Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Остались считанные дни до Нового года, и сегодня мы вместе приготовим два очень вкусных и простых новогодних салата. Давайте скорее начнем! Поехали! Итак, начнем с приготовления салата коррида. Помидоры разрезаем на кусочки и убираем мякоть. К ним отправляю чеснок и соль. Хорошо замешиваем. На терке натираю сыр. Крабовые палочки разрезаю на мелкие кусочки. Все ингредиенты нарезаны. Теперь соберем салат. Первый слой салата – это слой из помидоров. На помидоры наношу слой майонеза. Вторым слоем выкладываю крабовые палочки, майонез. Третьим слоем выкладываю консервированную кукурузу, майонез. Четвертый слой – это сыр. И на верхушку салата выкладываю сухари. Получился безумно вкусный салат. Он идеально подойдет для новогоднего стола. Второй салат называется минутка. Итак, для начала нарезаю на кубики запеченную куриную грудку. Натираю 2 яйца на терке. Также нарезаю 1 помидор. В миску отправляю нарезанный помидор, куриную грудку, яйца, сыр. Заправляю это все майонезом и тщательно перемешиваю. Выкладываю салат в форму. Сверху салат украшаю натертыми яичными желтками и зеленью. Салат «Минутка» готов! Надеюсь, вам понравились рецепты этих двух салатов. Готовьте с удовольствием, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!